Ребята, всем привет, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Last Day. Сегодня мы с вами будем проходить бункер Альфа, надеюсь, ты меня поддержишь лайком. Так, я с собой, в общем, запас, у меня новая одежда, 19 брони, я думаю, это нормально, тем более у меня не очень все хорошо. Я взял все самое топовое, что у меня есть. Я знаю, вы сейчас скажете, блин, что за бомж играет в Last Day? Да, ребят, я просто в свое время не играл в Last Day и не успел накопить, когда у меня была возможность. Зато, ребят, у меня 47 левел, и у меня есть сейчас умножение 49... А, 43 минуты осталось. Умножалки времени. Окей. Сейчас постараемся как можно больше зачистить. Может быть, что-нибудь интересное с вами найдем. Насчет Громил вы мне писали, не стоит пока что с ним связываться. Окей, хорошо. С Громилом мы связываться не будем. Я могу улучшить твое оружие, это моя работа. Подожди, какое оружие? О, репутацию будет нам прибавлять. Нифига себе, слушай, он мне раньше не попадался. Награды, нифига себе, что мне дадут. Дискета с кон... Офигеть. Так. И в смысле, допустим, я сюда ложу тебя, да? А что конкретно мне надо? А, положите предметы, нужен блокнот. А жетон и какой-то баллончик. Вот что мне дадут. Офигеть, ладно. Навряд ли это найду все. О, это что такое? Меняю твои лишние схемы на одну из моих запасов. Ух ты, что это такое, ребят? Пишите в комментариях, стоит ли меняться или нет. Первый раз попадается такое. Нет данных. Что сюда ложить, ребята, подсказывайте, я нифига тут не понимаю. Внимание, активация протокола защиты ведет к мобилизации дополнительного персонала бункера. Это действие уже невозможно будет отменить. Вот это что такое? Стоит ли нажимать или нет? Почему-то мне кажется, не стоит нажимать. Мне кажется, будет адово сложно. Хорошо, мы пока не будем нажимать. Давайте тут немножечко с вами пошаримся. Может быть, что-нибудь полезное, дельное найдем. Толстяк. Сколько за толстяка мне дадут? Ладно. Смотрим. 500. 500 хп, отлично. Принять душ. А мне не надо, в принципе, принимать душ. У меня все нормально. Вроде пока что. Так, идем дальше. Тут очень хороший лут, так что мне нужно будет... Да, мне нужно будет... Самое главное, билетики собирать. 20 билетов. У меня, в принципе, уже скоро накопится. Так, 25 билетов, а красных 30. Так, ладно. Сейчас зато немножко левел с вами прокачаем. Я надеюсь. Так, давайте немножко поедим. А, давайте этого уже убьем, чтобы он не мозолил нам глаза. Отлично. Так, и что у нас тут такое? Давайте пошаримся, может быть, там будет что-нибудь нужное для нас. Посмотрим. О, отлично. Я, кстати, возьму тебя и возьму желтый жетон. У меня уже, кстати, 20 желтых жетонов. Надо 25. Окей. Сейчас самая такая... Самый момент насобирать жетонов как можно больше. Оружие, в принципе, взял, запасся. Если что, у меня будет огнестрел. Сейчас я вам покажу. Так, если вы мне не верите. Почта. Есть глок, есть АК и есть дробовик. Это все мне попалось из накопительного набора. Жалко, что больше нету накопительного набора. Я бы, наверное, его бы еще приобрел. Будет ли интересно накопительный набор или нет? Давали бы периодически накопительные наборы. Это реально помогает. Потому что так слишком дорого все покупать. А вот накопительный набор довольно-таки крутой был. Ой-ой-ой-ой. Кстати, ну давайте. Они, в принципе, медленные. Если мы по одному их будем бить, то все нормально. А я раньше... Использовал тут огнестрел. Хотя можно и так справиться. В смысле, уже сломалось оружие? Че, реально так быстро?
Так, я, наверное, катану возьму. Неплохо. Окей. Идем, короче, сюда. Потом я еще выкину. Удаляем предмет. Жетон, пускай будет у нас внизу. Так, сейчас я упорядочу их. Вот так-то будет лучше. Так, ну что ж, мне интересно, что там будет дальше. Постараемся как можно дальше дойти. Самое беспонтовое это будет, наверное, турелька. Ненавижу ее. Подожди, кто это? А, это простой, в принципе, его. Его лучше вот так убить, я думаю. Жалко мне дополнительного кармана. Еще смысл мне сейчас тут лутать. А смысл в том, то, что прокачать левел, ребятки. Тут очень круто можно прокачать левел. Токсично зомби. Отлично, давайте сменим оружие. Скоро, я чувствую, мне нужно будет взять огнестрел. Так, ну с ними я справлюсь. Так, еще, ребятки, вот с броней. Надо поэкономить как-то броню, чтобы мне не так часто косячили. О, блин, два здоровяка, это плохо. По одному еще ладно, но вот два это, блин, реально очень плохо. И как раз тут вода попалась. Замечательно. Давайте возьмем, что делать. Так, смогу ли я подкрасться? Так, уходим. Ну, чтоб по одному, поняли, да? Бить. Вот так-то лучше. О, чуть не погиб. Чуть не сдох. Офигеть. Да. Броня у меня, конечно, не очень хорошая. 19 хп, 19 к броне это очень мало. Так, и с аптеками беда. Так, давайте вот так сидим хотя бы. 48 левел. Ну ничего, мы качаемся, это самое главное. Токсичный гад. Ну, придется отбиваться. И оружие сломалось, офигеть. Офигеть. Почему так быстро ломается оружие, я не понимаю. В Гримсаул довольно-таки долго ломается, мне кажется, дольше. Тут вообще махом ломается, офигеть. Так, что у нас там? Там этот медленный гад. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, короче, вот это убиваем сейчас. Кушай, кушай, кушай. Надо по максимуму наесться. Так, что мы сейчас делаем? Бежим куда-нибудь сюда. Блин. Я так попадусь в ловушку. Так, идем сюда. Идем сюда. Так, почта. Давайте я возьму, наверное, дробовик. Возьмем дробовик. Так, где он у меня? Наденем. Куда ты стреляешь-то? Да в кого ты стреляешь, идиот? Нифига себе, он разок. Он один раз меня ударил. О, вот это плохо, это плохо. Неожиданно. Я так нафиг погибнуть могу. Так, жетон. У него, скорее всего, будет красный жетон. Блин, желтый. Какого лешего. Смотрите, сколько от дробовика почти нифига не осталось. Жесть, почему все так дорого? Почему такая дорогая игра? Я просто в шоке. Так, два раза покушали, и вообще почти ничего не осталось. Посмотрим, что у нас здесь. Я думал, мы подольше время проведем. Надо было больше аптек брать. Куртка. Куртку нам надо взять. Пригодится.
Так, смотрим, что у нас здесь. Это только первый уровень, дальше будет еще сложнее. Это все тоже мне, в принципе, все пригодится. Сейчас вернемся в начало, там что-то тоже было. Ух, там яростный гигант. Офигеть. Уж, а сколько за яростного гиганта дают? Надо посмотреть. Сейчас заберем тут все. Яростный гигант довольно-таки медленный, поэтому я думаю, не стоит брать сейчас дробовик. Возьмем дробовик, когда прям конкретно будем знать, что вот там яростный гигант. Так, самое главное, что мы жетоны собираем, это очень важно. У меня уже желтые жетоны накопились, я думаю, в следующей серии мы с вами их используем. Так, нормально. Первую хотя бы сейчас этаж зачистим. Смысл в том, то, что нам нужно набрать опыт. Кто там? Два здоровяка. Ничего не делать. А там кто? Ух ты ж, елки-палки. Там страшный тип, очень страшный. Так, давайте сначала этих убьем. Так, бьем одного. 500. Плюс еще 500. Блин, и за них ничего не дали, офигеть. Просто офигеть. Обидно. Так, ну этого, ну-ка. Так. Слушай, если он мне ударит, он же меня убьет нафиг. Не стоит близко подходить. Сколько дали, я даже не посмотрел. Замечательно, еще желтую карточку дали нам. Так. Оружия же почти нифига не осталось. Давайте смотреть, может быть, там жетон будет. Как же, елки-палки, это сложно. Да, жетон нашли. И один хлам. Ну, хотя бы немножко. Зеленые жетоны даже тоже очень хорошие. Там глок хотя бы, ну, может быть. Так, желтый жетон, отлично. Зачем сделали вообще в этой игрушке пиво? Оно ни к чему, мне кажется. Замечательно, оно только хуже. И теперь воняет от меня. Блистательно. Ну, в принципе, еще не так уж сильно. Если бы красным было, тогда бы все зомбаки на меня бежали. А так, в принципе, еще нормально. Живем, как говорится, пока что. Может быть, душевую тут найдем? Тем, блин, я что-то не вижу никакой душевой. Окей. Идем дальше. Как-то отсюда можно, по-моему, попасть к гиганту. О, блин, турелька. Грёбаная турелька. И чё, мне по-любому Я помню, как-то показывали, где-то тут был баг, и тут можно было зайти. Как он делал? А. Нет ресурсов для сбора. Как-то бежал и резко туда. Так, окей. Давайте выпьем. Идем на почту, но придется взять нам калашников, наверное. Это единственный шанс. Давайте возьмем тебя, чтобы полечиться можно было. А, вот, нормально. Подошли. Прям четко. За турель куда много дадут? 800 дали за турель. Офигеть, ребят. Я половину калаша потратил на эту гребаную турельку. Что мне с теми-то делать? О, нифига себе, запчасти нам пригодятся. Запчасти нам нужны. Так, смотрим, что там.
Там какой-то длинный коридор, но я туда, видимо, не смогу пробраться. О, красный жетон. Это просто идеально. Это просто идеально. Остальное все, наверное, потом заберу. Самое главное, жетоны. Что у нас есть? С дробовика попробовать, что ли, его? Пришлось потратить дробовик. Окей, жетоны зато получили. Жетоны — это очень хорошо. Хоть как-то это все дело окупается. Так, сколько их? Сейчас на этого нападем и второго зачем. Ах, ты не успел. Но у меня уже 49 левел. Это очень хорошо, ребят. Это просто супер. Так. Придется, наверное, мне будет домой сходить. Смотрим, что у нас здесь. Железная труба, офигеть. Офигеть, нафига она мне нужна? А, жалко, огнестрела мало. Почему реально все так дорого? Я бы взял, но не факт, что еще что-то хорошее тебе выпадет. Был бы какой-нибудь набор такой же, вот как накопительный набор, типа того. Было бы реально супер. Мы такие жадные. Кто там, кто там, кто там? Офигеть. Вы сами видели, кто там? Ну что, берем дробовик, давайте его гасить. Так, уходим. Давайте по два выстрела будем делать. Потому что я боюсь, чтобы он ко мне, если подойдет, он меня с первого раза убьет. Так, отлично. 800 дают. Ну, хоть желтая карточка, нормально. Сколько у меня уже желтых? 6 желтых, зеленый, красный. Ну, в принципе, нормально. Так, от дробовика почти вообще ничего не осталось. Один патрон и все. И кто там у нас? Ты ж нифига себе. Так, идем сюда. Что такое нафиг? Короче, ребята, убегаем. Офигеть. В таких ситуациях, наверное, самое правильное — это просто свернуть окно, и ты опять оказываешься в самом начале. Активация терминала. А, если я терминал активирую, я смогу туда пройти. Я сейчас на втором уровне, да? Давайте пойдем на первый. В принципе, я довольно-таки нормально собрал. Давайте на этом первую часть закончим. Так. Отлично. Я думаю, наверху я лут оставлю. Так. Это вообще выкинуть надо нам. Еду нам надо взять. Аптек у нас вообще нету. В общем, короче, пойду домой. В следующей части мы с вами продолжим играть в Last Day. Говорю тихо, потому что у меня сейчас ночь. 2 часа ночи. Но хочется все-таки подольше поиграть, подольше сделать, побольше сделать серий. Так что, ребят, все зависит от тебя. От лайка там, подписочки на канал. Если будет хорошая активность, я обязательно продолжу играть. Будем проходить бункер. С вами был Дриди. До новых встреч. Пока-пока.